Итак, друзья, давайте познакомимся с самым ярким, самым жизнерадостным и самым разноцветным планшетом от BQ. Оранжевый, голубой, металлик, стальной цвет. Я такого вообще никогда не видел. Тоже металлик, он фиолетовый, желтый, матовый, розово-фиолетовый. Сложно мне определить этот цвет. Красный, яркий, сочный, насыщенный, зеленый, салатовый и, конечно, классический черный. Такого многообразия цветов нет ни у одной другой модели планшетов. По крайней мере, мне неизвестно, как у бренда BQ, так и у всех остальных брендов. Это предложение для хозяйственных и самых практичных людей. Но я бы хотела заметить, что сейчас вот многие женщины, я прям вижу, улыбнулись. Это у нас прям цветик-восьмицветик. Посмотрите, сколько цветов на выбор. Это здорово. Выбирайте цвет и звоните в колл-центр. Бесплатная доставка вам гарантирована при покупке планшета от известного бренда BQ. Да еще и экономия 2200 рублей. На 2200 вы можете что-нибудь еще заказать из наших рубрик. Да там много можно чего заказать, на самом деле это достаточно приемлемая сумма. Так вот, давайте сейчас разберемся, как же в действительности этот планшет может пригодиться нам в жизни. Оля, вот посмотри, у тебя, наверное, бывали такие ситуации, когда нет денег на телефоне. Ну, слушай, у меня сейчас нет денег на телефоне. Я хотела мужу позвонить, спросить, накормил ли он в субботний день детей с утра, но не смогла этого сделать, потому что закончились действительно деньги. Ну, а что делать? Позвонить невозможно. Но мы знаем, что у планшетов BQ есть особенность, у них есть сим-карты, и с них можно совершать звонки. Да, но если денег нет, я докажу сейчас вам, что даже без денег можно совершать звонки. Вообще без денег, вообще бесплатно. Это как это? Итак, посмотрите, пожалуйста, сим-карта, вот она здесь есть. Сейчас я ее вытаскиваю, здесь нет ни одной сим-карты, правильно? Вы видите, все внимательно смотрим. Хорошо, сим-карты нет, но я с этого планшета попытаюсь позвонить тебе. Да давай сначала... Вообще без карты позвонить вообще, невозможно. Вообще без сим-карты. Здесь Wi-Fi у нас. У нас Wi-Fi, вот значок Wi-Fi. Это бесплатный интернет, он есть в квартирах, в заведениях общественных, кафе, в ресторанах, в общественном транспорте уже даже есть. Итак, вот, у нас есть специальное приложение, WhatsApp. WhatsApp зашел я, ты тоже зайди, пожалуйста, в WhatsApp. Так. Что произойдет? Я напишу тебе сейчас сообщение, отправлю тебе его. Смотри, каким образом я это сделаю. Нажимаю вот сюда, здесь у меня появляется клавиатура, и без помощи рук я смогу отправить тебе, ну, не знаю, привет, например. Посмотри. Привет. Привет. Видишь, нажал одну клавишу. Он отправил. Слушай, уже привет. То есть можно даже руками не пользоваться, он, голосом управлять. Он записывает то, что я говорю, он видит, что я вообще произношу, и абсолютно все за мной повторяет. Я думаю, что можно его остановить в этом деле. А ты можешь, в свою очередь, помнишь, ты хотела позвонить? Ты можешь прямо позвонить бесплатно. Бесплатно? Не просто писать сообщение, позвонить бесплатно. Смотри, Оля звонит мне бесплатно. Я беру трубку, и начинается что? Начинается разговор. Видите, время пошло. 2 секунды, 3 секунды, 4 секунды разговора. Мы общаемся, уже обходимся вообще без мобильной связи, фактически. То есть бесплатное общение, бесплатные звонки, бесплатные сообщения. Сколько денег мы тратим на телефонные переговоры? Никому не говорите, мы нашли выход. Именно так мы можем звонить абсолютно бесплатно, заказав планшет. Вытащили сим-карту и общаемся по WhatsApp. Причем мне нравится, что можно даже сообщение отправлять, управляя голосом. Вы можете управлять голосом своим планшетом. Оля, я еще хотела еще раз напомнить нашим телезрителям, какие у нас цвета. Просто такой палитры красок я еще не видел, не то что у планшета, даже ни у одного другого устройства. Это очень яркие, красивые, сочные краски. Смотрите, и желтый, и фиолетовый, и сочный красный, и стальной. Стальной вот этот вот, он вообще меня удивляет. Друзья, вы посмотрите, он да, серебристый, красивый. Он глянцевый, он блестит, мне очень нравится. Голубой есть, и вот, пожалуйста, оранжевый, вот спортивный. Сразу видно, что, Вань, ты мужчина, ты даешь приоритет именно мужским оттенкам. А мне нравятся яркие солнечные красные, которые повышают лично мне настроение. Так, Вань, скажи, пожалуйста, это планшет. Все-таки, да, мы позвонили как по телефону. Что может наше устройство в плане планшета? Смотри, Оль, вопрос. Ты когда последний раз ходила в кино? Да я уж не помню, когда. Наверное, 2 года назад. Знаешь, вообще это дорогое удовольствие. Особенно мы же в кино ходим целой семьей, 4 человека. А билет сейчас просто космос стоит. Поэтому... Да, стоит космос. Вот, например, в Москве средняя цена билетов по 450 рублей за человека. Вот мы пошли с семьей вдвоем. 1000 рублей у нас, это если без попкорна. А мы вчетвером 2000 рублей. Вот. А наш планшет стоит...
4999 рублей. По сути дела, это два похода в кино моей семье 4 человека. Ну, почему-то тут кино вообще и наш план. Вот смотрите, современный сериал «Клин», например, или «Сваты» есть. Вот замечательно. Любая часть, причем, пускай будет четвертая. Я могу смотреть сериал полностью в любое время, абсолютно бесплатно, даже в общественном транспорте, потому что здесь не обязательно Wi-Fi, чтобы был. Можно обычную любую сим-карту сюда приложить, и с самым дешевым тарифом на интернет смотреть любые фильмы, любые сериалы бесплатно. Приложение тоже бесплатно. Я, кстати, забыл сказать, что WhatsApp, который мы показывали, с помощью которого мы бесплатно звонили друг другу, тоже бесплатно можно скачать абсолютно официально. Если вы хотите сэкономить на покупке билетов в кино, тогда звоните нам в колл-центр планшет BQ. Я бы хотела обратить внимание, что сегодня еще он идет по бесплатной доставке. Спешите, номер лота, потому что планшетов у нас на телеканале много, они все разные. Если вы сейчас не можете дозвониться в колл-центр, сохраняйте спокойствие. Наши операторы вам обязательно ответят. Звонки бесплатные. И номер лота назовите нашим операторам. Итак, друзья, я бы хотела обратить ваше внимание, что этот планшет уникален. Конечно, все его возможности мы вам показать за нашу презентацию не сможем. Даже за час бы не успели. Обрати внимание, что это еще и наша книга. И многочисленные книги можно сюда загрузить. Я постоянно читаю книги, пока еду куда-то, в перелетах тоже. Обожаю, обожаю читать книги, дорогие друзья. Вот посмотрите сейчас у Оли, какое потрясающее приложение для экономии средств. Я обычно беру брошюры, потому что в твердом переплете книги читать неудобно где-то, да, дома можно. Но они в мягком переплете очень быстро изнашиваются. Посмотрите, например, у меня мама обожает Дарью Донцову читать. Вот у нее огромное количество этих книг. Но она их один раз прочла, и все, и выбросить можно, потому что второй раз она не перечитывает. Особенно и, билетристика, а знаешь? А деньги-то жалко, они потрачены. Друзья, не надо тратить деньги. Вот. Одна, например, вот эта книга, случайно выбрал абсолютно, там их очень много, 200 книг Дарьи Донцовой здесь, только сейчас, это только в одном приложении. Да, не тут только. Можно и классику, и «Войну и мир» абсолютно, почитать абсолютно все, что захотите, бесплатно. Даже иллюстрации есть, вы понимаете, любой шрифт, можно регулировать шрифт, то есть вы можете его сделать крупнее, меньше, не опасно, читать удобно, не надо глаза напрягать, где бы ни находились, потом подумайте, сколько места в сумочке будет занимать ваша книга, вот это гораздо меньше. Итак, дорогие наши любимые телезрительницы, которые любят читать, не тратьте больше деньги на книжки. Особенно, знаете, вот один раз заплатили, если билетристик, да, вот эти романчики, и потом выбросили, жалко же все-таки. А потом куда их все складировать? Это же нужно отдельно книжную полку покупать для всего этого. Посмотрите, маленький компактный планшет, который вмещает в себя тысячи и тысячи наших самых интересных книг. Абсолютно бесплатно вы можете читать при помощи этого устройства. Платите всего лишь 4999 рублей один раз на нашем телеканале. Кстати, еще хорошая скидка действует, 2200 рублей. А потом бесконечно долго, взахлеб, читайте любимые произведения. Друзья, очень важно, что у этого планшетного компьютера, это не просто планшет, это планшетный компьютер, сразу две фото- и видеокамеры. Качество я предлагаю оценить вам лично и прямо сейчас. Вот я разворачиваю планшет, камера одна находится здесь, другая здесь. Вот я буду с этой камеры вам показывать. Вы нас видите? Как видно. Я надеюсь, что хорошо. Вот мы можем вот так с вами общаться по скайпу, например. Мы можем делать фотографии, можем снимать видео. То есть этот планшет, он невероятно полезен, невероятно функционален и экономит огромное количество ваших денег.